Декабря 2016 года я приехал в Ростовский областной суд, чтобы зайти в приемную и узнать по поводу своих поданных ранее заявлений, жалоб. Судебные приставы, которые осуществляют контроль за проходом посетителей, отказались записывать меня в журнал посетителей. А именно пристав с жетоном ОП-13706. Я попросил позвать старшего судебного пристава. И старший судебный пристав пришел и сказал, что все правильно. Вас записывать не надо. Я спросил, почему? Я не человек, что ли? На что он мне ответил: да, вы не человек. Повторил он это многократно, еще с большим выражением и громкостью, при большом количестве людей посторонних. Он меня публично оскорбил. Я вызвал наряд полиции и ожидал на улице приезда наряда полиции. Через несколько минут я увидел спешно выбегающего старшего судебного пристава с одним из своих сотрудников. Он пытался скрыться на автомобиле. Я подошел и попросил никуда не уезжать до приезда наряда полиции. Они уже сидели в машине. Я попытался снять на видео номер автомобиля, государственный знак. В этот момент они выскочили из машины вдвоем и начали набрасываться на меня. Я пытался отбежать в сторону, и со спины они меня настигли, повалили на снег. Что происходило, так смутновато помню. Помню, оказалось там небольшое количество людей, наблюдающих за всем этим безобразием. Потом я услышал хруст пластмассы. В руках у меня уже не было ни штатива, ни телефона, на который я их записывал. Потом они опять же резко развернулись и скрылись же на этом же автомобиле. Потом я увидел, что мой штатив сломанный валяется, телефон мой разобранный, аккумулятор в одной стороне, телефон в другой с крышкой. Я повторно вызвал тут же наряд полиции, заявил еще раз уже о нападении на меня с целью убийства. Кто-то из очевидцев вызвал скорую помощь. Я тогда действительно находился в шоковом состоянии. Ну и после этого дальнейшие события происходили уже внутри здания Ростовского областного суда. А лично Лютову, по-моему, так зовут старшего судебного пристава, который совершил на меня нападение и оскорбил меня перед этим, я хочу сказать следующее. Во-первых, я являюсь членом общественного движения. Общественный контроль правопорядка. Также я являюсь ветераном боевых действий. Участвовавшего в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. Так вот, господин Лютов, вы оскорбили не только меня. Вы оскорбили общество, вы оскорбили ветеранов. Почему вы нарушаете наши... Вы сломали мои
Почему вы снимали на без разрешения? Убирайте камеру. Почему вы снимали на без разрешения? Вы совершили преступление. Убирайте камеру. По какому поводу? По какому поводу я должен убрать камеру? Убирайте камеру. По какому поводу? Идемте сюда. Пошли. А ты ж... Не отказываюсь, а по состоянию здоровья на настоящий момент не могу писать. Да и отказываюсь тоже, да. Но по состоянию здоровья не может писать. Трясет, меня трясет всего. После того, что они совершили. Да, говорю, нету второй стороны, ты меня слышишь? Кто есть? После конфликтового нет человека. Сейчас он даст показания, что убежали. Увидев видеокамеру, съемку, они убежали, скрылись. А сейчас он может туда приехать? Алексей Николаевич. Да, он скорая помощь, к тому же, приехала. То ли давление, то ли что поднялось. Сейчас давление, наверное, смеряют. Сто сорок первое. Я вас прошу доставить в Бабулан. Заявление будет подаваться о преступлении в порядке статьи 141 УПК РФ. Полиция меня не слышит. О, слышал. Я не знаю, где у вас вы закончите, я сюда пойду, вам приехать. Я предлагаю распределиться. Как какая разница? Оформляйте как надо. Оформляйте как надо. Ну что вы делаете? Надо оформлять протокол. Мы будем подавать заявление, вообще-то. Вот с протоколом, чтобы было все зафиксировано. Как же, ребята? Ну что ж. Все фиксировать надо. Дайте телефон. Приехавший наряд уже находится здесь около 20 минут и до сих пор не начал принимать от меня заявление. Всячески хитрит, записывает что-то на бумажках, кому-то звонит. То есть отказывается принимать от меня заявление, которое я хотел бы сейчас подать. Они ходят здесь, они находятся здесь, рядом и постоянно отвечают неуставными какими-то фразами. Понять их не имею, в данный момент не могу, потому что уже... Ну, типа...
что не учите нас, там, не прикажете нам, ни то, ни пятое, десятое. Я им говорю, я это подаю заявление. О преступлении. 41-е. А? Нет, я просто у человека что-то просил телефон, потому что на моем уже деньги закончились. Меня зовут Ковалев. Я прошу принять меры или прислать другой наряд, или ваше руководство, как положено. 164. Старшего. Старшего ответственного. Старшего ответственного. Пусть он знает, там, по-моему, пятая или шестая. Пятая статья полиции. Да. Что согласно Конституции вы обязаны защищать граждан. Другими средствами. Бланки, что там, протоколы. Причем здесь бланки, протоколы. Да, и все. Пишите не это самое на обыкновенном листе. На данный момент. До этого была опасность. Может, не было. Мы же не можем. Видеозапись у меня есть. У меня видеозапись есть. Ну, примите заявление, расследуйте. Этим сейчас занимаемся. Ну, занимаетесь. Занимаемся. Но заявление-то вы не приняли. Почему вы взяли, что ли? Он письменно принимает, Юрий Александрович, без не протокольного вот этого, не плана, который там предусмотрен. Он на листочке принимает. Понимаете? Ну я-то не знаю, как это, законом, как. Ну, ты же надо довести до конца вот это. Да, надо, обязательно. Все. Обязательно. Обязательно. Совсем охамели. Хозяева жизни. Не ходит, ничего не, он не хочет принимать. Значок свой спрятан. Значок мой? Да, повезли его, пожалуйста. Почему форму не одевали? А? А зачем у меня вопросы такие задают? Он же что-то положен был? Ну, повезти, пожалуйста. Ну, подожди. Сейчас, прямо сейчас. Вот у нас есть, также указывают ваши данные, пишут здесь. Хочу добавить, что в момент, когда было уточнено совершенное преступление, на месте было вызвано скорая помощь. Это допрос? Объясните, это Этому, подождите, это протокол об административном правонарушении? Нет. А что? Права и обязанности? Нам пролистите мне вот эти вот Это заведомо ложный донос. Вы будете какое-нибудь объяснение добавить? Записи добавлять, наверное, ничего не буду. Все, протокол есть. Я вас понял. Протокол зарегистрирован. Номер куска вам нужен, да, еще? Да, смотрите, еще раз повторяю. Я могу подъехать в отдел. Да, я вам это хотел сказать. Вы можете приехать в любое время в отдел полиции. У вас в полиции зарегистрировано ваше заявление. Приходите туда, пожалуйста. Вам выдадут талон к этому протоколу. О том, что зарегистрировано ваше заявление. От консистента будет много. Хорошо. А почему в протоколе не было такое замечание? Объясняем, да? Ну, на этот раз, я не знаю, что я вам дам. Или просто на чистый раз? Хотите на чистый, давай.